привет, ребят! Сегодня у нас будет вот такой вот мукбанг. Здесь у меня хачапури по-аджарски, точнее лодочка. И будем забивать это холодный айси. Сейчас сольем сначала сок. Он такой холодненький, ребят. А у нас сейчас жара. 35 градусов. Ягодный. Очень вкусный. Пьем. Ну что, ребят, начнем наш мукбан. Сначала сейчас я вам покажу. Вот такие вот лодочки. Две у меня. Попробуем. Такие я не часто ем. И, ребят, вот этот краешек нужно, как сказать, в желток вот так сделать. Только чуть-чуть они уже подостыли у меня. Давайте, ребят, я сейчас вот так разломаю их. Ребят, что попробуем, давайте. Здесь творог, ребят, вот. Это очень вкусно, ребят, даже. Ребят, а лето уже там у нас кончается. Снимаю это видео 8 августа. Скоро конец уже лета. Жаль уже, ребят, что лето так быстро кончилось. С карантином ничего не понятно. Карантин у нас опять продлили, ребят, 23 августа. Ребят, сегодня у меня только день начался. Я только встала, сходила в душ, потом пошла покупать лодочки и уже снимаю. Очень вкусное и сытное блюдо. Всем советую. Милорда и Масселя сейчас нету дома. Я вот сейчас снимаю мукбанг, чтобы не было шумно. А у нас сейчас работают рабочие еще. Тротуарку ставят. Нальем, ребят, еще айси. Ребят, хотите, я сделаю сладкий мукбанг? Типа, ребят, вот я хочу делать мукбанг чизкейки. Разные виды чизкейков. Фисташковый, классический, малиновый. И кофе будет. Думаю, вот такой вот мукбанг еще снять. Ребят, посоветуйте, вы какой мукбанг хотите. Сладкие или вот такие вот. Типа вот таких, обед, типа курица в соусе. Или вот такое. Солененькое. Я думаю, еще сладкого что-нибудь уже. Лодочка очень вкусная, ребят. Только желток, видите, чуть-чуть. Пока я их вез домой, ребят, они у меня чуть-чуть уже подостыли. Ребят, моя мечта посетить Нью-Йорк. Ребят, вот я один могу выпить вот такую вот бутылку. 1 литр. Потому что жара совсем. Делала я свои собственные масочки в Инстаграм. Вы можете их тоже попробовать. Ссылка на мой Инстаграм в описании. Подписывайтесь и пробуйте мои новые масочки. Ребят, моя вот заветная мечта
Это много путешествовать, узнавать про разные города. Ребят, я хочу работать бортпроводником. Или кондитером, или бортпроводником. Ребят, вот я не очень люблю это сырое яйцо. Здесь плюс, ребят, остается белок и не очень как-то вкусно. Жара, ребят, совсем. Хочется очень много пить. Делала я свои масочки в программе Sparkar на компьютере. Для меня это первый раз, когда я делала маски, ребят. Очень трудный день делал ее. Вот это, ребят, первая маска Love Face у меня. Не знала, ребят, что за дизайн там сделать. Ну, думала пока на первое время так сделать. И получилось очень круто даже, ребят. Ребят, я, наверное, вторую уже не буду кушать. Я уже это не осилю. Плюс я сегодня еще ничего не кушал. Только что пришел Милорд и Марсель. Они пошли уже спать. И еще мы купили для них новый бассейн. На канале Милорд Марсель есть видосик, то мы там покупаем бассейн новый. Лодочки я сам не делал. Взял в ресторане Шалахов. Еда там просто прекрасная, по моему мнению. Все, ребят, последний раз налью себе. Но, ребят, вкусно это фьюсти. Мы будем уже с вами, наверное, прощаться. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Жмите на красную кнопочку подписаться. Вот она. И не забудьте колокольчик, чтобы вы первые смотрели мои новые видеоролики. И на мой инстаграм. Вот мой инстаграм, углы Милан. Там мои новые масочки и классные истории. Переходите, подписывайтесь. Ссылка на все мои соцсети в описании. Подписывайтесь обязательно. Всех люблю. Ну все, всех любим, обнимаем. До новых видосиков.